Всем привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт, и в сегодняшнем видео я вам расскажу, как можно 5 способами разорвать Wi-Fi соединение. Да, именно так, не прервать его, вот как вот мы можем зажать, это будет серенькая иконка, но он будет активный. Нам нужно полное отключение, и есть на это 5 способов. Первое, это тянем шторку, вот. Подходим на виджет и нажимаем на Wi-Fi. То есть виджет быстрые команды. Здесь мы отключили Wi-Fi. Опять включаем на рабочий стол. Возвращаемся конкретно на виджеты. Так же самое его отключаем. Нет его здесь. Включаем обратно. Следующий способ. Само приложение команды без виджета. Также здесь отключаем. Здесь его нет. Опять его включаем. Это был третий способ. Четвертый способ. Мы идем на приложение настройки, нажимаем на Wi-Fi и также отключаем. Это будет полное отключение. Опять включаем. И последний, пятый способ, это с помощью Siri. Привет, Siri, отключи Wi-Fi. Все. С помощью этих топ-5 функций вы сможете разорвать интернет-соединение, а именно Wi-Fi. Чтобы быть в курсе новых, конечно, фишек, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропускать мои новые видео, ставьте пальцы вверх, оставляйте ваше мнение в комментариях, может, вы еще знаете какие-то способы, как быстро разорвать Wi-Fi соединение. Всем пока!